На сайте customguns.ru вы можете приобрести различные контейнеры к рукояткам компании MacPool. Контейнер MAC-057 позволяет хранить в нем запчасти от затворной группы, такие как ударники, байки и непосредственно элементы затвора, а также необходимые пины и пружинки. Все можно поместить в этот контейнер и убрать в рукоятку. Для извлечения контейнера также сдвигаем рычажок и извлекаем. Второй контейнер MAC-055 предназначен для хранения батареек формата CR123. Как видно, сюда влезет две батарейки. Данные батарейки обычно используются на оптике IoTech. Также вставляется внутрь рукоятки и надежно удерживается там. Эти и другие контейнеры от компании MacPool вы можете приобрести на сайте customguns.ru.